Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 5 апреля, суббота. У Овнов хорошее время для повышения квалификации, восприятия новой информации и откровенных бесед с близкими. На повседневной работе сконцентрироваться будет трудно. День идеально подходит для проведения праздника, встречи гостей, заключения союза между двумя любящими сердцами. Тельцы, не бойтесь браться за то, чего никогда не делали, если чувствуете, что эта область вас чем-то притягивает. Ваши опыт и энергичность делают вас практически неуязвимыми. Наладятся взаимоотношения с окружающими, будьте готовы к интересному предложению. Близнецам стоит привлечь к своим проектам единомышленников. В данном положении лучше объединить свои усилия с тем, кому вы доверяете. Если чему-то обучаетесь, постепенно повышайте уровень сложности, не пытайтесь проглотить весь пирог за раз. Раки окажутся в ситуации сложного выбора. Не торопите события. Лучше тщательно подготовиться и сделать все от вас зависящее. Перед вами простирается огромное поле деятельности, где вы можете предстать в совершенно новом амплуа. Львы, не отказывайтесь от возрастающей ответственности. Вместе с ней в вашу жизнь придут и новые возможности. Будьте внимательны ко всему, что происходит в вашем кругу. Понимание чувств окружающих поможет вам принять оптимальное решение. Девы, выдержав испытания этого периода, почувствуют себя обновленными и полными сил. Это день победы и мудрости души над негативными эмоциями. Проведите больше времени с детьми, причем это должно быть общение приятное обеим сторонам. Весам не стоит заниматься денежными вопросами, зато у вас есть все шансы преуспеть в работе по дому. Окружающим импонирует азарт и творчество, с которыми вы подходите к самым обычным делам. Скорпионы выступят в роли укротителей негативных эмоций, причем не только своих. Используйте возникающие сильные эмоции для самовыражения в творчестве, и вы получите весьма впечатляющий результат. Стрельцы получат удовольствие от интеллектуальных занятий, от новых идей и от свободы, с которой эти идеи реализуются. Успешно пройдут рекламные акции, перспективное общение с зарубежными партнерами. Козероги подвергнутся разнообразным искушениям и соблазнам. Постарайтесь дальновидно распорядиться заработанными деньгами. Подумайте о том, без чего вы действительно не сможете обойтись в скором будущем. Водолеи, избегайте решений, принятых в состоянии обиды. Вряд ли они будут оптимальными. В личной жизни огромную роль играет ваше отношение к мелочам, чуткость к настроению близкого человека и способность радоваться жизни. У рыб благоприятный день для хождения по друзьям и поездок за город. Что касается здоровья, лучше дать себе немного расслабиться, особое внимание уделив очищению организма и дыхательным практикам. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.